Здравствуйте всем! Меня зовут Софья Быстрова. Я специалист по движению, преподаватель динамического стретчинга и танцев. Живу недалеко от Парижа и предлагаю как очные занятия при встрече, так и веду проекты онлайн. Основной мой подход к развитию своего тела, к развитию движения заключается в том, что любое упражнение, любая задача индивидуальна. Адаптация позиций, адаптация упражнений – это одна из самых больших частей моей работы. И каждое упражнение, каждое движение в зависимости от индивидуальных задач каждого человека на развитие физических способностей будет адаптироваться по-разному. Ведь в зависимости от возраста, рода деятельности, любви или ее отсутствия к спорту, опыта в различных направлениях движения, задачи формируются для каждого тела очень разные. И необходимо этот контекст, историю нашего тела уважать, учитывать, ну и, конечно, думать о долгосрочном развитии своего здоровья. Поэтому такие краткосрочные и модные сегодня тенденции и цели, как шпагаты, мостики, что-то специально накачать для внешнего вида, мне не очень интересны. Намного интереснее работать фундаментально, понимая принципы работы тела, передавая знания о том, как это тело функционирует, как работают разные типы тканей, что на них влияет. Вот это действительно интересная, захватывающая работа, которая, самое главное, приносит важные, хорошие, долгосрочные результаты. Ну и, конечно, любые упражнения, которые мы делаем во время растяжки, во время нашего динамического стретчинга, они развивают мобильность нашего тела, силу, не побоюсь этого слова, подвижность, гибкость и даже реакцию и баланс. Поэтому все, что я предлагаю во время наших занятий и упражнений, направлено не только на раскрытие амплитуд, но и на формирование долгосрочной базы здоровья нашего тела. Ну что, благодарю вас за знакомство. Будем встречаться во время наших упражнений дальше. Всего вам доброго. Пока-пока. До скорой встречи.